Приветствую всех, друзья. Шел опять вот на реку Канду половить плотву, как обычно. Пока шел, вот весь потел нафиг. На улице сейчас где-то минус 25, но с утра было минус 38, говорят так. Вот тут река Канда. Тут речка Колос вытекает. Завтра вот, поедем за щуками на Старицу. Че, погнали. Вот смотрите, какой лед тут. Что-то не видел, может, кому-то интересно. Слабый, да? Фу. Короче, вот лед. Больше метра. Слабо, да? Все, обосновался тут. Вот такой расклад тут. И поклевки уже были. Сейчас будем рыбалить. Рыбачу я вот на опарыше. Белый, красный есть. Обогреваюсь. Вот газовый обогреватель такой. С теплообменником. Вот такой. Температура у нас 26, 20, 28 доходит, жарко, еще солнышко греет. Есть первая рыбка, друзья. Вот так вот. Сразу настроение хорошее стало. Оп. Первый пошел. Видео надо снимать. Что такое? Не хочет что-то. Опа! Вот она! Вот! Запутался. Вот такая штучка. Красавчик. В палатке нагрелась температура. Жара. Красавчик такой.
это большой кабанчик. Больше нет, да? Очередная сорога. Вот она, очередная сорога. Еще одна. Упал. Гад. Оборудование. Не задохнешься так-то? Да не. Нет. Простая горелка, что ли, или что? Ну да, и сверху теплоотменник ставлю. Голубь пистол. Во, такой кабан попался. Thank you.
пошли. Тихо, тихо, тихо. О! Хороший живчик. Что, друзья, все, буду закругляться. Рыбачил, отдохнул. Уже время уже 5 часов вечера. Завтра поедем на Старицу за щуками. Температура-то 20 градусов. Сейчас покажу улов. Такой отличный улов сегодня у нас. Вот большинство-то на жареху. Вот, вот такие экземпляры попадались даже. Тут есть прилично. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До следующей рыбалки. Всем пока, удачи!